Полицейские разыскивают свидетеля преступления, совершенного в Петрозаводске 5 октября. В то утро на улице Герцена молодой человек напал на 16-летнюю девушку и ударил ее ножом. Сотрудники уголовного розыска ищут женщину, которая шла по тротуару за потерпевшей и сообщила о случившемся сотрудникам следственного изолятора. Ее просят откликнуться по телефону 8-906-209-28-21. Напомним, гражданин, подозреваемый в нападении на несовершеннолетнюю, был задержан. Ведется следствие. Пострадавшая до сих пор находится в Петрозаводской городской больнице. По словам главного врача Алексея Хейфица, сейчас ее жизни уже ничего не угрожает. К концу этой недели девушку планируют привести на амбулаторное лечение.